Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и я возвращаюсь в Трансформеры, закаленные в бою. Дело в том, что здесь давненько вышло обновление, и оказывается, добавили нового бота, которого я не заметил. И я спешу вас обрадовать. Игруха все-таки продолжает развиваться, правда, не так активно, как Marvel Битва Чемпионов, но все же об игре разработчики не забывают, и я, кстати, скоро открою секрет, шучу. У меня, короче, есть два кристалла пятизвездного бота. Я думаю, что этому нужно посвятить отдельное видео. Если вы за, пишите в комментах, ставьте большие пальцы вверх, а я продолжаю Оптимусом Праймом, пытаюсь завалить вот этого Проула или Проела. Во-во-во-во, тихо-тихо, ты еще оглушение на меня назначаешь, да, чувак? Не-не-не, стрелять меня не надо. Да нифига себе, вы что все пробиваете блок, что ли? Офигевшие типы. Давно не было у нас видосов по этой игре. Ух ты, нифига себе, блин, снес. И хочу сказать, что скоро будет большое сравнение, которое я готовлю уже, блин, с начала года, наверное. Но на самом деле я ждал кое-какие релизы для того, чтобы прям подготовить. Да офигевший чувак, у меня броня при этом есть. Вот как так-то, блин? Ух ты, офигеть. Так, у меня ярость, мужик, успокойся. Сейчас мы тебя завалим. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот, теперь первую атаку. На тебе. Отлично, завалили. Блин, 14% жизни осталось. Офигевшие какие-то тут боты. Мне вот интересно, на каком движке эта игра сделана. Нужно будет потом зайти в какие-нибудь настроечки и посмотреть. Мало здоровья, ну что поделать. Сейчас я, короче, всех своих ботов убью. А там уже... Вау! Ты чё? Саундвейв. Звуковая волна. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Блин, не дает ведь подойти, струляет. Тихо. Офигеть, нокаут. Жесть. Ну ты здоровый. Блин, мне кажется, или чуть-чуть еще детализацию ботов подняли. Ну, у меня остался один Мегатрон. Сейчас его добьем, а потом весь свой отряд восстановим. Да, мало здоровья, пофигу. Он, кстати, еще жизни восстанавливает, так что может... получится все нормально сделать. Да ты че, серьезно? О, у меня есть неудержимость, а вот и починка подъехала. То, что есть неудержимость, это, конечно, классно. Но у нас Soundwave имеет бонус класса. Тихо, тихо, разошелся мужичара. Мы тебя постараемся, конечно, завалить. Вряд ли это получится. Тихо, не убивай меня, прошу, прошу. Мы же с тобой друзья. Когда-то были, когда я был классическим. Эх, блин. Энергетический урон мне наносился в этот момент. К сожалению, завалили моего Мегатрона, но мы сейчас реаниматором воспользуемся. У меня, скорее всего, для отряда даже один реаниматор есть, офигеть. А вот интересное, зелье для лечения отряда тоже есть? Да ладно, вот парочку прям можно сразу применить. И красота. К сожалению, чувака с бонусом у меня нету, но у меня есть прокачанный четырехзвездный мираж. Вот им-то сейчас и будем разносить Саундвейва. У нас с ним даже цвета почти одинаковые. Да ладно, вот у тебя. Да ты... Смотрите, какой энергетический урон он фигачит-то. Аж 5-4. Давай понижайся. Отлично. Ух ты! Щитование. Это хорошо, что оно сработало. Не знаю, что оно, правда, дает. Скорее всего, просто повышает защиту, и урон наносится намного меньше. Так, чувак. Все, красота. Даже через блок я его смог завалить. Мираж годный персонаж. Так, отлично. Это был у нас 5-й раунд. Следующий как раз будет 6-й, заключительный. И там в конце мы поборемся против... нового бота. Не помню, как его зовут даже.
Но я надеюсь, я его смогу завалить. Так, у нас опять, короче, нет бонус-класса. Давайте миражи возьмем. Против бумбокса. Или как его там зовут? Бластера, блин, бумбокса. Он просто превращается в... Он превращается в магнитофон просто такой старый. Тихо-тихо. Не превращается, а трансформируется. О, серьезно. Тихо-тихо-тихо. Блин, какие-то они вообще сумасшедшие стали. Давно я в игруху не играл. Кто, кстати, до сих пор еще рубится, отпишите в комментариях. Просто интересно. Так. Звучочек у него. Это, скорее всего, может, уклонения какие-то. Тихо-тихо. Ох ты, как можешь-то красиво делать. Есть плейлист трансформеров, поэтому я его в подсказках, либо в конечной заставке оставлю для вас. Да блин, ты что? Ты задолбался своим этим. Я сейчас третью спецатаку накоплю. Или может со второй его бомбануть? Отлично. Со второй бомбанули, тоже неплохо. Отражение, освещение, здесь вообще все классно. Мне очень нравится. Возможно, это, кстати, Unreal Engine 4, но не факт, не факт. Каба могут использовать какой-то вообще свой движочек. Так, Motor Master. Давайте Optimus Prime на него натравим. Так, ну чё, мужичара. Кстати, у меня, по-моему, Optimus еще и четырехзвездный есть. Во, это что за глюк был такой? И у нас еще, смотрите, такой момент, у нас сама локация тоже рушится. Блин, он мне атаку понизил. Ты мне атаку понизил. И еще лобовые стекла разбил. И что, неудержимость, да, типа? Ну, красавчик, что? Ах, засранец. Во, видели, глюк какой-то был. Так, давай вторую спецатаку, пробитие блока, точнее, пробитие защиты. Тихо-тихо-тихо-тихо. Какие-то они вообще дерзкие, я давно не играл, реально. Не-не-не, ты меня тут не поразишь, ох ты. Вот у него включается это неудержимость, и все, на вторую атаку еще разочек. Почти-почти, давайте постреляем в него, постреляем. Ах ты так. Блин, у меня весь Оптимус уже. Ох ты, нет, 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 аккуратненько. Щет, завалил. 10% у него осталось. Ну, нормально, я его потрепал все равно. Так, кто у нас там еще есть свободный? Бамблби? Ну, давай. Может, он завалит. Этого мотормастера. Да блин, ты чё какой дерзкий ты, чувак? Успокойся, блин. Мне кажется, в Marvel Битва Чемпионов не такие зверские противники, как здесь. Ну все. Успокоил, но он у меня при этом процентов 20 здоровья снял. Так. Далее идем. Блин, у меня никого с зеленым классом нету, так скажем. Так, кого же мы возьмем? Ну давайте миражи также. Так, ну чё, Ринекс, здорово, мужик, звериные войны, да? Блин, у меня энергетический урон еще наносится. Это, скорее всего, эффект, который накладывает сама карта. Ты успокойся, чувак. Так, первая спецатака. Ну чё, ты подходить ты будешь, а? Тихо, тихо, тихо. Блин, надо парирование какое-нибудь прокачать. Вау. Вот сейчас мы его запарируем. Эх, так мало вообще отбавил. Тихо, 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 мужичара. Да ты вообще здорово, здорово дерешься. Но мы тебя все-таки попробуем завалить. О, было оглушение. Тихо, тихо, тихо. Блин, а как он меня... Замял-то всего. Посмотрите только. Весь пошарпанный я. Кстати, когда смотрел фильм «Бамблби», с первых же кадров прям была такая ностальгия. Дело в том, что все
автоботы, и не только автоботы, а сами даже десептиконы выглядели вот прям как из мультфильма 80-х. И мне это прям вот зашло. Что-то, короче, в игре какие-то глюки начали проявляться. Раньше, помню, вообще был глюк, короче, вы бьетесь против кого-то, а посередине арены стоит какой-нибудь бот просто так. Причем через него можно вообще проходить, то есть он не невидимый, блин, как-то сказать-то, я даже не знаю. Короче, как голограмма. Слышь ты, Оптимус Праймал, блин. Звериные войны у тебя. Воу, серьезно ты так можешь? А я вот так могу. Так, у меня там починка или что? Воу, тихо. Мужичара. Офигеть, оглушение. Сейчас он меня завалит. Так и есть. 6% у чувака оставалось. Ну, Праймал, кстати, тоже норм. Еще немного осталось. Так, Оптимуса у меня завалили. Давай, Мираж, выручай. Я надеюсь, все получится. У нас, кстати, пропали чипы конкретного какого-то бота. Сейчас, насколько я знаю, просто копится общее количество чипов, и вы на эти чипы можете в магазине приобретать какого-то бота, там, 10-5-кона или того же автобота. Так, Оптимус Прайм говорит: я слышу крики впереди, будьте наготове, мне плевать, я шарктиконами командую. Я не для того пробился сквозь временной разлом, чтобы слушать твое нытье, Старскрим. Жаль, что я не могу тебя опять в космос забросить, моя армия уничтожит твою Тандеркрекер. Ну и блин. Имя. Это как раз вот новый бот. Ты уродливая куча хлама, эти существа склоняются передо мной, перед моей мощью. Урод? Ты себя в зеркале-то видел? Да вы вообще тут все роботы, если чё, и не все симпатичные. О, великая битва Мегатрона, правда не из мультфильма, а из фильма, против своего помощника или правой руки Старскрима. Старскрима. Чё ты, биться будешь, а? Кстати, по-моему, какие-то погодные эффекты еще появились, да? Чё-то как-то пыльно стало на этой карте. Ай-яй-яй-яй-яй. Зачем ты ракетой-то в меня, а? Я в тебя сейчас тоже чем-нибудь стрельну. Разрушение, кстати, есть. У меня такое ощущение складывается, что здесь либо свой у них какой-то физический движок есть, либо это Havok используется. Потому что я недавно тут посмотрел и почитал, оказывается, Havok-то это физический движок, это не основной движок, на котором производится игра. И что-то в последнее время начал интересоваться движками, то вообще, что с ними происходит. Какой движок стал более популярным, какой менее. Ну, самые популярные движки сейчас — это Unreal Engine 4 и, естественно, Unity, которые чаще всего в производстве мобильных игр делаются. Офигеть! Тандеркрекер! Здоровый он! Давайте мы возьмем Оптимуса Прайма из фильма. Думаю, силенок у него должно хватить. Эх, 1200! Нет, наверное, не хватит. Но мы постараемся все-таки выдержать этот натиск. Нифига себе, видели, что он творит? Я тебе твою ракету сейчас сам знаешь куда засуну. Превращается он тоже в истребитель. Смотрю, у нас энерготек на противника был наложен, скажем так. Воу, крутая атака у тебя, мужик, а у меня тоже есть. Но пока что... О, у него есть, короче, тоже неудержимость периодически, видать, включается. Офигеть. Чувак, ты какой-то вообще крутой. Я бы, знаешь что, хотел бы посмотреть на твою 30 спецатаку, но чувствую, ты мне ее не покажешь, потому что у тебя на ней замок. Заблокирована твоя атака. Да офигеть, вы видели, я его бью, и мне же от этого плохо становится. Бронебой. Да ты
Да ты задолбал уже, ты вот это успокой. Вы смотрите, что он делает-то. Давай, давай. Оптимус. Мочи его, мочи. Да, давно я в игруху не играл. И у меня, кстати, надо мастерство прокачивать, а я у профиля вообще ничего, по-моему, не качал. Я спрашивал у вас, рекомендации завалят? Нет, вау, я увернулся. Да блин, как урон от ближнего боя, что за дела? Нет. Жесть. Вот чуть-чуть, я бы мог его вынести. Весь поцарапанный чувак. Мы сейчас тебя добьем. Кем будем добивать? Миражем? Не. Давай уж Мегатроном. Одного прайма, теперь второго. Ну, я имею в виду, под праймом я имею в виду лидера. Лидер автоботов, теперь лидер десептиконов. Я... Нифига себе. Но мы завалили. Просто я офигел, когда он начал использовать тяжелую атаку, а я в этот момент использовал спецатаку. Мы, короче, получили еще кристальчики. Сегодня много кристаллов откроем. Заодно я вам покажу чипы как раз. Так, за исследование мы получаем вот... Что это? Осколки кристалла пятизвездного бота. И вот этого чувака, только мы, наверное, бронзового получили. Так, окей. Отправляемся в боты. И где-то, скорее всего, он в конце прям ждет своего открытия, да? Вот он. Двухзвездный, к сожалению, но ничего. Так, а у меня есть вообще чем тебя улучшать-то? Сразу улучшится, да? Блин, не хочу я так много использовать. 9. Ну давай, улучшить. Так, ну, фиг с ним. Надо было сразу все использовать. Конечно же, искры у меня тоже есть для прокачки. Фиг с ним, прокачаем. Еще можно даже, наверное, прокачать. Сразу 20. Зашибись. Что, дальше можем, да? И дальше можем. Красотища. Короче, сегодня мы посмотрим на его третью спецатаку. Особо персонажа я показывать не буду, не вижу смысла, потому что я о нем практически ничего не знаю, в игру тысячу лет не заходил. Поэтому просто глянем на его супер спецатаку. Зайдем куда-нибудь, вот куда мы зайдем? Сюда? Нет. Давайте мы пойдем искорки искать. Искорки у нас сегодня вот такие будут. Изменить отряд, и сейчас мы куда-нибудь загоним вот этого чувака. Вот он, 506, что-то он слабенький. Пусть будет. Начать. И пойдем, наверное, налево, там будут не такие крутые противники. Здесь вот как раз... О, Спинатор, насколько я помню. Да, смотрите-ка, помню еще персонажей-то. Ну, попробую накопить сейчас третью спецатаку, а после этого боя мы уже ворвемся в хранилище. Тяжелая атака. Блин, он круто смотрится, такой глянцевый весь. Кстати, пошарпанный уже в самом начале почему-то. Либо это так анимация быстро сработала, что весь пошарпанный стал. Тихо, тихо, Спинатор. Так, нам вторая спецатака не нужна, мне нужна третья, мужик. Ты только доживи, пожалуйста, до третьей спецатаки. О, давайте посмотрим. О! Эпично. Эпично, но ничего не понятно было, что он сделал. Так, ладно, глянули, отправляемся в хранилище. И смотрим, что у нас здесь имеется. Блин, кристалл снайпера. Я, кстати, получил Арси 4-звездную. Может, сейчас еще одна выпадет. Нет, вот эти вот, короче, чипы бота теперь у нас. Как к десептиконам, так и к автоботам они относятся. Позже покажу, что с ними вообще делать. Так, еще один кристалл у нас тут. Тоже чипы бота. Скорее всего, двухзвездный какой-то попал. Кристалл преданности.
Давайте откроем тоже сразу. Тоже ничего интересного не выпало. Кристалл Мегатрона. 3 штуки откроем. И кто же нам здесь выпадает? Скорее всего, повторные персонажи, раз такие вот мне осколки выпали и прочее-прочее, тоже, скорее всего, повторный был. Кристалл предательства, по-моему, было написано. Да, кристальчиков у меня тут дофига. Виндблейд. Давайте тоже откроем. Так вот, теперь... О, 4-звездная. Офигеть, вот это интересно. Так, кристалл расследования. Давайте. Сегодня много кристальчиков пооткрываем. У меня тут дофига всего накопилось. Кристалл 4-звездного бота. Можно даже покрутить. Посмотрим, вдруг мне выпадет долгожданный Айронхайд, либо какой-нибудь Бамблби. Итак, выпадает мне... Кикбэк. Блин. Его разве не было у меня 4-звездного? Ну и плюс 500 осколков кристалла 5-звездного бота. Ну, дальше тут ничего интересного нету. Конечно же, вот ежедневных кристаллов дофигища накопилось, но это позже потрачу. Вот, кристалл 5-звездного бота. Кому интересно, посвятим отдельное видео и откроем его. Думаю, что там что-то полезное выпадет. Не знаю, кто будет мой первый 5-звездный бот. Что ж, отправляемся в магазин, и вот здесь мы как раз можем приобрести 5-звездного Оптимуса Прайма. Ну, в данном случае просто он представлен здесь. Далее есть кикбэк как раз, 5-звездный, 4-звездный. Я, короче, себе купил 4-звездного Оптимуса Прайма за 100 тысяч вот этих чипов. 1 000 000 чипов я не знаю, через сколько накоплю, это очень долго будет, поэтому нет смысла пока что столько копить. Сейчас я вам покажу этого Прайма. Он, кстати, может быть у меня даже в дубле. Оптимусу Праймала надо качать мне. Так, где у меня тут? Прайм. Ты где? Че он такой слабый, что ли? О, бластер, кстати, у меня тоже есть 4-звездный. Вот, кстати, Оптимус Прайм. Давайте попробую его улучшить. Так, до 7. Что-то маловато. Ну ладно. Немного улучшим, потом я вне видео займусь этим персонажем. Вообще пишите, кого стоит прокачивать дальше. 4-звездных что-то у меня прям полно. 50, ну-ка, если использую. Офигеть, ты еще и не до конца, что ли, прокачаешься, да? Ну что ж, на этом я, пожалуй, закончу. Всем спасибо за просмотр. С вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!